Всем привет! Хочу показать, как я пересаживаю хризантему мультифлора. Вот они в таких горшочках, еще им уже мало места. То есть они уже подросли, они вот желтеют. Скучно у меня стоят, уже ставить некуда. Я беру горшочек, вынимаю оттуда хризантемку. Одной рукой неудобно. Вот. Такой у нее ком весь в корнях. Нижние вот эти все листочки желтенькие, да и все зеленые можно снизу убрать и их заглубить, чтобы еще больше пошло побегов с этих стволов. В общем, это все убираем. Можно еще отсадить, еще посадить. То есть вот вот такие вот отросточки с корешочком оторвать и посадить в отдельный горшок. Будет еще отдельное растение. В общем, это все оббираем. Берем такой горшочек. Земля покупная у нас, грунт. В мешках. Насыпаем без дренажа. Они у нас летом очень большие водохлебы, поэтому дальше надо будет смотреть, чтобы они не пересыхали. Если они пересохнут, сразу все листики у них пожухнут. Не пожухнут, а тургор потеряют. И потом, ну хотя они хорошо восстанавливаются после полива. Все равно полив в поддон с водой прям ставлю и каждый день поливаю. Ну это я еще раз говорю про юг страны нашей России, Краснодарский край. Все вот таким образом посадили хризантемку и пролить хорошо. Все, и теперь от вас зависит только полив, ну, подкормки. Раз в неделю летом будет. Сейчас пока пересадили месяц, точно кормить не буду. И полив. Смотреть вредителей. Очень хорошо повреждает их. Любит тля. Поэтому как только признаки тли, сразу ее обрабатывать. Любым препаратом. Эти горшочки у нас не окончательный вариант. То есть они будут все лето в них сидеть, а потом будут пересажены в вазоны. Вот эти вот уже сидят на постоянное. Это тяжелый горшочек глиняный. Они не упадут, даже если будут большой шапкой здесь расти. И как бы смотрится красиво вот в таких горшочках. А эти мы потом пересадим. Сейчас покажу куда. Они будут пересажены вот в эти вазоны. Они большие, как больше ведра, наверное, 10-литрового, литров 20, наверное, или 15. Вот. И в них будут пересажены к осени и выставлены на вход.